актер Михаил Державин нашел свое счастье только в третьем браке. Первой его женой стала дочь Аркадия Райкина Екатерина. Через 2 года она влюбилась в актера Юрия Яковлева и ушла от мужа. Душевные раны Михаила залечила Нина Будённая, наследница знаменитого маршала. Брак продержался 16 лет и выдержал измену Михаила с актрисой Татьяной Васильевой. Но потом Державин встретил Роксану Бабаян. И тут уже пришлось развестись. Михаил и Роксана прожили вместе 38 лет, до самой смерти актера.